получается, пачка макарон у нас уходит на 2 раза поесть. Так всегда вроде думаешь, ай, не буду ужин сегодня готовить. Потом получается, что это... Ай, дай сейчас я лучше приготовлю ужин. Да, чтобы завтра не готовить, а в итоге потом завтра все съелось за ужин. На следующий день все равно готовить приходится. Выходила на улицу. У меня была камера в руках, я чуть камеру не уронила. Меня потому что подшатнуло. Одна женщина написала в комментариях: у нас на Кубани в этом году растет только... Как она написала, Рушат? Трава. Блин, забыл. Ну что это? Суть того, что только трава хорошо сегодня хорошо в этом году растет. Я сейчас вам прочитаю. Это пишет Анастасия Манакова. У нас на Кубани отменно в этом году, только трава растет. Да, тут сорняк. Да, да, да. Больше ничего не растет. Тут чашка огромная, ее даже поставить некуда. Не знаю, в прошлом году так не ощущалось, либо из-за того, что у нас навес был. А какой мы планируем, да? Ну, в плане винограда, дерева. Ну, да. Либо а просто... заметил, в этом году у всех навес снизили на половину. Ну, потому что виноград сегодня плохо двигался. Вот начало лета какое было? Где там в мае снег выпал? В Адыгее? Ну да, где-то там. Честно, сейчас зиму хочется. Как? Если честно, сейчас зиму хочется. Сейчас зиму хочется? Договоришься, Рушан, запросить. Чтобы выйти. Мне надо будет не ухнуть еще помочь. Успеть. Плохая примета. Окна мыть. Ничего подобного. Дождь пойдет после этого. Я же могу вот это вот... остатки от курицы отдать курам. Ну да, можешь. Ну лучше собакам убрать. Лучше собакам убрать? Да, смотри. Ну все, ну какая разница. Ну, а что, собака заканчивается, да? Ну да. Надо этот наш куропарк обновить. Я реально сижу и ем, а по мне он бежит просто. А я стою, не ем. И по тебе тоже бежит, да? Ага. Жарко. Когда еще готовишь. Вот я тоже взялась сегодня. Дуреха, блин. Когда температура под 40, да, консервацией заниматься. Потому что вот уже сколько, буквально дней через 5 спадет температура.
А ну, я как вот... всегда, сначала сделаешь, а потом начинаешь думать, блин. А потом я его хрень положил. Вон он лежит. Чего? Не, я наелся. Руш, обедать что? Ну, я же не буду кости грызть. Ну все, не ешь тогда. Я хочу. Я что хочу? Че? Хочу холодный кофе выпить. Давай. Ух. Это обалденная штука. Три ложки. Три ложки получается на стакан молока. И просто пальчики обрежу. Все, поем, да? Да, спасибо большое. Все, Рушана, был первый обед. Что по целям мы на это молоко стали, это молоко брать, да? Хорошее молоко, простоквашино. Ой, любитель Рушан. А там написано три ложки. В таком количестве, мне сейчас кило поставим. А это, просто здесь что-то, короче, есть там с добавлением кофе. Но очень вкусно. Потому что горячий кофе пить невозможно. Вот, а вот это само то. На холодное молоко. Да, я первый раз. Я ни когда... разу не пробовала. Попробуй готов. Ой, я не люблю переваренные макароны. Да не, я не хочу. Они просто кофе не любят. Только в экстренных случаях, да? Да, когда только голова болит, когда это начинает кофе так нет. Я первый раз, когда получается, еще не знал, что это такое. Взял с водой холодное, развел, попробовал, что-то мне с водой не очень понравилось, а вот с молоком совсем другой вкус. Реально, баню топить не надо. Все, спасибо большое. Вот, видишь, как хорошо. Все, головой, да? Ну, только не важно. Ты аккуратно пальцы. Да там салат, а лук полоходит. Давай другой принесу. Да, я уже нормально. Макароны не будут сливать? Сейчас все сливаю. Давай солью. Да. Горячий. Только вода не будет промывать. Да я понял. Это водой промывается, когда этот... Тогда вода нормальная. А, я понял. Просто я думал, когда они стоять будут, когда их сразу не ешь. Через сковородку не бросаешь, сковородку промываешь, да? Все, я не могу здесь. Да, я прям могу.
Че, пекет с тебя все? Да. Я пошел выжиматься. Давай. Пошли тоже выжиматься. Выжиматься? А пошли в бассейн плюхнись. Я, в принципе, сейчас уже доготовила. Я сейчас макароны брошу, мне сейчас вот хорошо еще обжарится. Я макароны брошу и все. И в бассейн. Давай залезем. Я только за. За? Что я тоже не могу. У меня вот куда хвостик повернул, там он у меня и прыгает. Сегодня что-то она пошутила, мы едем такие, она что-то пошутила. А, кстати, я... не видно. Вот. Ну, этот, пошутила, я думаю, я тебе сейчас вот так за шею взяла, такая, ой, зря ты это сделал, а там все потненько, мокро. Что ты меня потной рукой стоит? Тебе что, не прикасаться? Нет. Смотрите, смотрите, я же по руке вот так вижу, видишь? Да, это вода просто. Это пот. Это вода, я мочила только что. Что, ладошки не потели? Сейчас буквально 2 минутки, и все, я в макароны закидывать и пойдем в басик. Все, я, короче, не могу. Ха-ха, сдался, да? Эх ты! Я люблю баню, но не настолько. А? Слушай, а тебе меня не жалко? Мухи не летят вроде бы, открыть мульги. Мухи? Но они вот здесь летят, смотри. Вот здесь летят. Вот летают, вот видишь? Ну пусть летают. Ну, летают. Блин, их больше. Нет, Руш, засрут всю кухню. Не надо. Пока. Короче, купаемся в бассейне, такие отдыхаем, все нормально. Слышим, Патрик начинает гавкать. Что такое, как будто кто-то заходит к нам в калитку. Пошли, вышли, оделись, все. Не можем понять, никого нет, смотрим. Сейчас мы вам покажем. Ты что, длинношейная? А, или высошейная, как это назвать-то? Я думаю, вы уже заметили, что здесь не так. Вы, два порося. И что вы здесь делаете? А, стоять, подожди, подожди. Они с Патриком с Максом, видишь? Они вот все побежали. И что ты здесь бегаешь, а? Нюшка? Хрюшка, нет. Фига себе, она дает. Я смотрю, она сама домой убежала. Няша, давай тоже домой. А им пофигу. Патрик, еще их выпустить, они бы поигрались бы. Ого, она шустрая. Да может пусть побегает немного, нет? Или привыкну, да? Курей пугают. Да и привыкну, да, потом бегать? Ну да, и они этих утят могут потоптать. Ну да. А Патрику-то с Максом интересно. Так, пошли на разведку. Чё, Рушан? А потому что мне эта закрывашка не нравится. Она такая ненадежная, если честно. Ненадежно, просто до конца закрывать надо. Не умею, да, я её закрывать. Нюша, Няша, выходим. Слышите? Выходим. Ой, боже. Что такое? Давай, давай, выходим. Ну вы опять там веселуху, да, создаете? Выходим, красотки. Домой.
сам себе должна делать. Все, домой пошли. Домой. Давайте домой. Обе, вот так, красотки. Угли уже почти готовы. Еще чуть-чуть и будем жарить. Ихтиандр. Да здесь только этих жучков всяких. Там уже запарилось их ловить. Спасение утопающих, круг самих утопающих. Это поплавок наверх. Если бы не работать, то, наверное, целый день бы, да, плавала? Ага. Да, меня трудно вытащить из бассейна. Да. Рушан уже 2 раза, 3 раза залезет и вылезет. А я все в воде. Купается. Ну, сейчас шашлычок. Ну, раз, а ты не будешь купаться? Нет. Ну, раз ты не будешь купаться, значит, тебя шашлык. Вон гуси опять там раздать полета устраивают. Кого они там гоняют? Они просто гоняют. Сами себя гоняют. Довольны. Они рады. Привет. Привет. Так ты же вчера его прокинула. Ну, шашлычок уже почти готов у меня. А эти медузы до сих пор купаются. Солнце село. А я знаю, почему вы не вылазите, потому что холодно, да? На улице холодно. Ну вот тогда до утра сидите, пока не расцветет и обратно тепло не станет. А я пойду шашлык кушать. Нет, до утра сидеть. Я до утра не выдержался, я здесь в бассейне утоплюся. А ты поэт, да? В Римфу говоришь. Я, говорит, в бассейне не удержусь, я лучше утоплюсь. В принципе, шашлык уже готов, так что я пошел кушать. Всем приятного аппетита. Я пошел кушать шашлык. Всем приятного аппетита, я пошел кушать шашлык. У меня реально губы синие. Давай, вылазите, все, хватит. Нет. За косички? Да, косичку вытаскивай. Так, сейчас я включу свет. Опа. Да будет свет. Ой. Я не могу. Чего ты? Расплясала. За вставки не могу попасть. Ноги не держат. Угу. Все. Накупались. Там спалки, да, будем? Да, конечно. Какую выбирать? Так. Ой, холодно. Да мне любую где-нибудь. Давай вот эту. Да мне любую, давай вот эту. Угу. Ой, как он мягкий. Обалдеть. Да хлеб. Какой он вкусный. Угу. Ко мне вот так кетчупа немножко прям на этот. Ну, как классно, с прохладного бассейна сразу на горячий шашлычок. Маринад классный, да, получился? Угу. Мягкий вообще. Я же тебе говорила, ты говоришь, там 20 минут и все, и хватит. Тебе мяско дать. Нэнси. Нельзя. Хотя, в принципе, она уже, блин, только не ела, я думаю, ей можно уже. Да. Вопрос там, будет она или нет его. Есть. Нет, что-то ест. Вроде съела. Рушан здесь все почистил, подмел. И сейчас начнем заливать пол. Вот. Оттуда и все в один уровень. В один. Под одно, короче.
Это вот здесь чуть выше, здесь ниже. Вот здесь был чуть выше. Сравняем уже. И завтра высохнет. Скажи, а ступенька здесь будет небольшая? Она сравняется вот с этим полом? Или еще выше будет? Выше будет. О, значит, не будет, да, большой ступеньки? Ступеньки не будет. А тут постоянно спрыгиваешь. Вроде бы и маленькая ступенька, но до такой ступени неудобно. Облокачиваешься почему-то на ручку. А это потому, что еще видишь, ты этот, чтобы в обувь попасть, поэтому. А если ты будешь здесь выходить, допустим, босиком, вот, потому что здесь, грубо говоря, обувь может быть вот здесь стоять. Вот, ты вышла босиком, прошла обувь и вышла. Нет, обувь у меня здесь будет стоять. Почему? Под навесом. Ну да, зачем мне опять обувь ставить на улице? Нет, я имею в виду, допустим, вот разулся. Ну вот да, здесь, там разулся, ага. Не прям возле двери. Чтобы ты выходил, допустим, на ручку с ней облокачивался, вышел здесь, набулся и пошел туда. Угу. Ладно. Давай. Чем буду заниматься я? Я стерилизую банки. 4 баночки достаточно будет мне, я думаю, надеюсь. У меня здесь помидорки. Сходила, собрала помидоры сегодня. Есть такие симпатичные довольно. Смотрите, какие хорошенькие прям. Вот, хорошенькие тоже. Сейчас переберу, выберу и закрутку сделаю. Может быть, где-то банки 2 просто огурцов, а где-то ассорти сделаю. Ну, сейчас решу, посмотрим. Получилось у меня 4 баночки. Уже рассолом заливаю. 2 баночки помидорки с огурцами. И 2 баночки просто огурцы. Огурцов что-то сегодня много было. Вот. А я простерилизовала. Можно было и больше сделать. Но, честно, время уже 12 час. Уже пора спать. Так что всем спасибо. Увидимся завтра. Всем пока.